Всем привет! Меня зовут Татьяна, и вы на моем канале о вязании. Хотела вам показать пасочку, которую я связала, и сказать, что завтра выйдет мастер-класс по вязанию такой пасочки. Поэтому, если вы хотите ее связать вместе со мной, я вам расскажу, какие материалы понадобятся, чтобы вы уже были немного готовы. Я вязала из пряжи вот этот вот бежевый цвет. Пряжа Himalaya Dolphin Baby. Это у меня цвет 80-365. Это обычный белый цвет, тоже Himalaya Dolphin Baby. И остаточки пряжи этой же. Какая у вас есть цветная, любого цвета, нам понадобится для цветочков, там немного. По расходу этой пряжи бежевой основного цвета у меня где-то из одного мотка, ну, две пасочки точно получаются, а то и три. Вот этой, конечно, нужно поменьше. Также нам понадобятся различные бусинки для украшения, все, что у вас есть, вот подойдет сюда отлично бисер, там просто бусы, какие-то вот такие вот штучки. Все это будет кстати. И вязать будем крючком номер 3, 4 и 5. Так что, кто хочет связать такую пасочку вместе со мной, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить видео. И здесь вот в комментариях напишите мне, пожалуйста, пару ласковых, чтобы просто я понимала, что вам это интересно и нужно. Спасибо всем, кто со мной.